Всем добрый вечер. Я пришла уже с садика и хотела... По пути зашли, короче, в магазин. Позвонила мужу, чтобы он пришел на остановку, чтобы зайти в магазин. Кое-что прикупила. Сейчас покажу, что купила. Ну, давайте с этого пакета и начну. Купила, ребята, сахар. У нас сахар заканчивается, поэтому взяла. Потом взяла молоко. 3 литра Машина холодильник убирай. 2 и 3. Здесь у нас еще 2 булки хлеба. Это я уже потом уберу. Сейчас покажу еще, что взяла. Мы заходили в овощной магазин. И в овощном магазине я решила набрать побольше фруктов ребятишкам. Это взяла виноград. Вот такой тайфун за 109 рублей за килограмм. Дальше купила хурму ромашка. По-моему, 110 рублей за килограмм. Дальше 3 огурчика взяла. И купила лук. Пакет лука. Вот у нас весь закончился. Так. Дальше. Это еще не все, ребята, покупки. Дальше. Маковый хлеб был 1, поэтому взяла. Света, на прибирайте, стол уже заполнился. Также купила колбаску. Она за 225 рублей за килограмм. Сегодня вечером пожарю колбаску, отварю макарошки, сделаем салатик. Вот и весь ужин. Потом мандаринки деткам взяла. И пакетик помидоров. Вот такие вот все у меня были в целом сегодня покупочки. Если вам интересно, что я буду готовить, то оставайтесь со мной. Обжариваю колбаску и поставила воду на макароны. Дети суп не хотят, хотят макарошки. Поэтому варим. Да, я знаю, что вы мне часто говорите, что зачем так часто макароны варить. Но если они хотят, что теперь делать? Ладно, обжариваем и будем потом покажу, что получилось. Ребят, всем привет. Решила показать вам Лапусю. Вы попросили, я показываю. Да, Лапуся? Я как раз наполнить сейчас меняла. И вот такая вот она у нас тут. Сидит, кушает свой гранулированный, самый вкусный корм. Да, Лапуська? Да, у нас девочка с геном скини спряталась.
Я вот этот наполнитель ей чуть-чуть стелю, она когда писает, он потом набухает. Хорошо, да? А выходные будем опять мыть под дом. Да, лапуська? Вкусная? Вот такая вот у меня свинка. Хорошая. Наша лапуся, да, морская свинка. Сейчас она занята, у нее рот забит, а так она всегда разговаривает. Да, лапуська? Котя моя красавица. Привет, привет. Хотя она меня не боится нисколько, она у нас ручная, потому что... Мама, да, ты сегодня почистишь? Ну, я почистила уже. Мама, да. А ты шиншиллу будешь? Шиншиллу? А шо, шо там сидит? Пускай сидит, пока его не трогай. То она, да? то она нас укусит? Не, шо, шо-то у нас хорошее. Он, смотри, сидит, выглядывает. Да. А это лапусенька наша, девочка. Ей 1.5 года, почти 2. 1.8 года, если точнее быть. Вот такая вот она у нас красавица. Она у нас от заводчика, у нее ген скини. Еще там какой-то ген есть, не помню, если честно, уже. Но вот по ушам видно, что она ген скини у нее. Ну вот такая вот красавица. Она у нас... Я надеюсь, что я вашу просьбу удовлетворила и показала мою лапуську. Также поменяла наполнитель у Шуши и забыла насыпать ему песок. Сейчас насыплю вот песочек ему туда, чтобы он купался. Да, Шуша? Будешь купаться? Фуфка. А, Фуфка. Сегодня влог про животных. Пусти, пожалуйста, меня. Ну, вот пусти, пожалуйста. Я знаю, что ты у меня мальчик такой бойкий. Подожди, я купалку разверну. Я сейчас я тебе насыплю туда песочек. Пойдешь купаться? На. Вот туда прям сыплю. И он когда залезет, он пойдет туда купаться. Шуша. На, иди купайся. Шуш. Иди, покажи нам, как ты купаешься. Видите, как он купается? Ой, какие кубки. Ой, как купается Шуша. Какой ты сразу светленький стал. Да, Шуша? Да. Видите, как шиншиллы купаются? Вам было интересно? Вот я вам показываю. Шуша, ты купаешься? Давай, давай, купайся. Ты не обращай на нас внимания. И мой мальчик купается. Тут я ему также положила гранулированный корм. И все, сейчас водичку еще наполнила мы, и все. Вот у него поилка, сейчас надо как раз помыть ее. И все. Что, Марина, интересно, да, как Шуша купается? Шуша любит купаться у нас? Все полочки опять уже изгадила, надо опять их отмывать. Мама, ну, как она наполнила? Все, набрала водичку, дала ему. Да, Шуша? Ой, какой хороший, да, купается. Все купается, все купается. Попробую показать вот так вот через клетку. Купайся, купайся. Всю поилку, эту купалку свою сгрыз. Да, Шуша? Ой, как хорошо купаться-то, да? Ну ладно, вы просили животных показать. Правда, не всех. Так, фокус. Ну вот, часть показала. Так, дорогие друзья, накладываю ужин на всех. Себе я один кусочек колбаски ложу, потому что я не хочу много. А остальным по 2. Так, 2, 4, 6, 8. На папу еще не положил. И ложим салатику. Маленьким я много ложить не буду салат. Если захотят, потом еще положат. Света, тебе салат надо? Нет. Помидоры с огурцами. Нате. А? Идите, бери. Света, иди ложи маленьким. Ставь кушать. Вот так обычно у нас проходит ужин. Все собираемся и кушаем.
Егор, а тебе побольше, поменьше? Где он? Так, это Егоркина порция. Так, наноси маленьким. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы пошли кушать. Постирала Мариночкино платье. Завтра у Марины в садике праздник. И у нее вот здесь вот было небольшое пятнышко. Вот все выстирала. Повесила сушить, чтобы высохло к утру. Такое вот платьишко завтра она на праздник оденет. Ребята, сегодня было мини-видео короткое. Вчера, как вы заметили, сегодня, ну, то есть сегодня выходили у меня два видео, и многим это не понравилось. То, что очень часто видео на одну и ту же тематику почти выходили. Но многие, наоборот, сказали, что молодец, старается. Многие меня поддержали после последнего видео. Огромное вам за это спасибо. Многие написали, чтобы не обращала внимания, но пока у меня это, видите, не очень-то получается не обращать внимания. Я не понимаю вот некоторых людей еще пока. И я не могу понять вот большие каналы, у которых очень много подписчиков. Там просто миллионники, вот, да, они вот как они вот это выдерживают. Вот я сегодня смотрела канал «Вредины Лайф». Там вот Лена тоже про это говорила, вот тоже, что ей много пишут, что якобы они много зарабатывают и всякое такое. Про рекламу, то, что вот они думают, что все покупают они за свои деньги. Нет, не всегда так получается. У нас иногда реклама приходит такая, где пишут, что надо сказать, что ты купил за свои деньги. Я обязана это сказать. Если я так не скажу, что... так они больше мне не предложат такую рекламу. У меня вот такая же. Вот что у Лены, что у меня, это у всех блогеров такая вот ситуация есть. И да, вот многие товары покупаемы. Ну, как покупаем? Нам на обзор присылают, и я не отказываюсь. Ну, хотя от некоторых я отказывалась, так как у меня нету коровы. Я отказывалась от рекламы, где надо было сыворотку для творога, да что рекламировать. Мне придется тогда покупать просто молоко, это смысла тоже нет. Поэтому от такой, конечно, я рекламы отказывалась. От рекламы супер этих сайтов, сбербанковских маркетингов и всякие вот эти вот банки Тинькофф всякие рекламировать, это я тоже отказывалась. Потому что не вижу смысла. Навряд ли кто-то пройдет по ссылке, что-то себе закажет, купит. И навряд ли мне что-то перепадет от этой рекламы, какая-то копеечка. А для моей семьи каждая копеечка очень важна. Поэтому вот так вот, дорогие друзья. Спасибо вам огромное за вашу поддержку. Надеюсь, что вы останетесь со мной и будете дальше продолжать с нами общаться. Мне очень приятно, когда вы мне пишете в личку, когда мы с вами переписываемся или звоним, созваниваемся, разговариваем. Мне это всегда приятно. Поэтому пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем желаю крепкого-крепкого здоровья и всем говорю пока-пока.